Значит, первое – это необходимо сохранить свою духовную… Угроза. Угроза. Первое – это угроза и нападки на нашу духовность и культуру. Необходимо ценить и сохранить свои традиционные ценности и ни в коем случае не допустить то, чего нам навязывают сегодня. Второе – это наша страна является очень привлекательной территорией для мировых финансовых корпораций. И, естественно, на нас будут, захотят нас расчленить, взять под контроль, и основное под контроль – это наши внутренние богатства. И третья угроза – это внутренние наши силы, которые путем пересмотра и пересмотра нашей истории, подведения под свои конъюнктурные взгляды, пытаются разложить нашу и молодежь, и наших людей, потому что у тех, кто не помнит свое прошлое, у тех нет будущего. Поэтому любая антисоветизм, русофобия, она внутри разлагает страну изнутри.